Вов, я же говорю, у меня время расписано по минутам. Я даже в клинику записался на 2 месяца вперед. Да какие вечеринки? Здравствуйте, я Влад Бакиров. Здравствуйте, Владислав Александрович. Мы вот за вас уже все заполнили, вам осталось только расписаться. Вот здесь. Мы знаем, как вы цените свое время. Спасибо. На 2-й этаж проходите, пожалуйста, 207-й кабинет. До свидания. Всего доброго. Ты все время на работе находишься. А надо как-то выходить в свет, чтобы тебя видели. Ты так никогда не найдешь себе мужчину. Не знаю, мне кажется, что судьба, она должна встретиться сама по себе. Ну что, Валь, как у тебя дела? Ты-то у нас жениться собираешься? Слушай, что ты постоянно, Паша, об одном и том же меня спрашиваешь? Видел, как она посмотрела. Может, пойдешь, познакомишься? Да она такая красивая, да у нее по-любому кто-то есть.
Разворачивайся. Говорят, нужна одна минута, чтобы встретить особенного человека. И целая жизнь, чтобы забыть, если не воспользоваться этой минутой. Здравствуйте. Вы не против, если мы составим вам компанию?